В жилом комплексе «Первый Лермонтовский» строят крупнейший детский сад в стране. Вместимость дошкольного учреждения – 560 мест, а площадь – более 8 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день в России есть только один аналогичный объект. На каком этапе сейчас работы и когда запланировано их завершение, расскажем в следующем сюжете. Возведение детского сада в новом микрорайоне стартовало летом прошлого года. Сейчас на строительной площадке задействовано 50 человек. Для того, чтобы ускорить процесс, работы в правой и левой части здания идут параллельно. Нас немного затормозила ситуация, связанная с грунтами на объекте. Был обнаружен склад мусора, что привело к смещению графика. Поэтому, как вы видите, работы ведутся параллельно. То есть правая часть, на сегодняшний день ведутся монолитные работы по заливке и строительству непосредственно двух захваток детского сада. И в левой части ведутся работы по разработке как раз вот этого котлована с мусорными грунтами и обратной засыпкой песком. Внушительный по своим габаритам детский сад вместит 560 малышей. На первом этаже здания разместят 7 групп для детей 3 и 4 лет. На втором и третьем этажах по 8 групп для детей младшего, среднего и старшего возраста. Проектом предусмотрен музыкально-физкультурный зал, медицинский блок, а также кухня и кабинеты логопеда и психолога. Новые детские сады – это, конечно же, современные объекты, которые оборудуются по последнему слову дошкольного требований дошкольного образования. Это новые классы, это пищеблоки, это специальные комплексы для хранения продуктов, горячие цеха, холодные, ну, конечно же, все необходимое для детей, для отдыха, для познавания, для подготовки в школу. На территории дошкольного учреждения построят индивидуальные игровые площадки для каждой группы. Также проектом предусмотрена общая спортивная зона. Завершение строительства детского сада намечено на конец этого года. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.